Эти ребята еще не получали повестки из военкомата, но, несмотря на это, команды «Стройся» и «Смирно» выполняют беспрекословно. Командирам кадетских классов доложите готовность к занятиям. Для 100 учеников 39-й школы каждое утро начинается с построения. В 2011 году в обычном общеобразовательном учреждении решено было создать кадетские классы. Сегодня их уже 5, по одному в каждой параллели. Президент сказал, что национальная идея наша – это патриотизм. Вот. Ну и мы, считаю, стараемся, как говорится, с малых лет это дело продвигать. Моя цель – научить их элементам строевой подготовки, чтобы они уже пришли в армию подготовленными, чтобы для них, значит, первые месяца службы не показались в тяжести. Помимо стандартной для всех школьников программы, в расписании этих ребят такие предметы, как греко-римская борьба, урок мужества, огневая и строевая подготовка. Пятикласснику Игорю Камаеву последний из предметов дался труднее всего. Осилив особенности военного марша, сегодня он чувствует, что отличается от сверстников. Я этим не горжусь так уж сильно, что я кадет и вы никто. Я как все, но все же есть небольшое отличие. Я умею маршировать и стрелять. Мало кто из этих ребят, поступая в школу, сам делал выбор, идти в особенный класс или нет. Для кадета Ивана с по-настоящему армейской фамилией Майоров путь в эти ряды был предопределен. Отец и дедушка мальчика – сотрудники МЧС. Быть знаменосцем для Ивана – большой почет. Гордость за то, что я один несу это знамя. Девочек в кадетских классах не встретишь, но кадетское движение 39-й школы возглавляет женщина. Классный руководитель кадетов-пятиклассников Жанна Александровна не устает рассказывать об успехах своих ребят. Один из последних – кубок, привезенный со всероссийского конкурса «Кадеты России». Дети совсем другие. Когда учитель отсутствует, ну, допустим, приходится звонком или задерживается по какой-то причине, получается, что дети, они здесь не бегают, не кричат, не орут там все. Они сидят и ждут учителя, есть командир. Среди сверстников в зеленой форме Тимофей Скиба выделяется своим гражданским костюмом. Сегодня его первый учебный день в кадетском классе. Родители специально перевели сына в эту школу. Здесь интересно, добрые ребята. Мне нравится кадетский класс. Форму для Тимофея уже отшивает ателье, а новые его друзья с удовольствием рассказывают, что означает ее цвет. У нас темно-зеленая форма с черными брюками и довольно светлым беретом. Это является тем, что мы пограничники, а у них тоже такая же зеленая форма, только в камуфляже. Все до единого из ребят, носящих зеленую форму, сегодня говорят, что пойдут служить в армию. Педагоги и родители с интересом ждут, что же будет, когда эти ученики перейдут в 11 класс. Руководство кадетского движения 39-й школы намерено добиваться для своих выпускников льгот при поступлении в военные училища и вузы. Служить